дается старт участникам третьего вида наших коноспортивных соревнований. А внимание! Полинка, давай впереди. Старт! Давай, Полина! Очень, посмотрите, дружный Полина, старт. Давай! Очень дружный старт. Ну, пожелаем каждому всаднику удачи. Полина, вот давай, давай, давай! Как уверенно ведет скачку. Молодец, участник давай! Под номером 8. Полина, Полина, давай, молодец, давай! На парне. Ой, блин. Вот так девчонка дала фору. И резко в повороте в борьбу вступил Павел Сунцов на привилегии. Развязывается упорная борьба между Пармой и привилегией. Очень посмотрите, дорогие друзья, что смотрю. Какая красивая посадка у Полины Непогодиной. Действительно, в ней есть искорка жокея. И вновь она на первое место выходит. Давай, Полина, давай! Полина Непогодина. Давай, 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 молодец, молодец, давай! Давай, золото, давай, 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 давай! Пытается Дмитрий Константинов захватить ведущую скачку Парму Полину Непогодину. Вы посмотрите, в трех корпусах. Полинка! Дмитрий Константинов, представитель Суксунского района. Полиночка, давай, 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 давай! И делает вновь бросок. Молодец! Дмитрий Константинов на ягодке пытается достать Полину Непогодину на парне. Вы посмотрите, какая посадка у этой девочки. Она словно вросла в седло. Ну, очень красиво. Заканчивает скачку Полина Непогодина. Полинка, молодец! Ну что, она выигрывает легко. Вот она, наша молодец! Чемпионка. Молодец! Ура! Ты классно! Молчина вообще! Вот здесь будут фотографии ее. Ага, здорово! Вообще молодец! Сейчас следующий тоже снимать, да? Антоха будет, наверное, сейчас на Олегре, нет? Антоха снова? Снова? Сейчас Верба. А, сейчас Верба, доставка груза. Сейчас эти, побежит она с этим. У вас это тоже есть, да? Снимать, да? Да, да. Все, хорошо, поняла. Верба. Ой, то есть...